одной из самых обсуждаемых сегодня, пожалуй, аким Алматы Ербулат Досаев. На встречах с жителями он то судом грозит, то просто отказывается выслушать. За что Досаева часто критикуют и считают, что коммуникации с гражданами не его сильная сторона. Мы к вам на прием не можем записываться. А, я вас не приму, потому что вы добровольно шли в эту компанию без меня. Нет, вы сказали, что вы на прием запишете. Я сказал не из-за этого. Вот вопрос сказал, что вы просились на прием начальнику департамента полиции, не ко мне. Подписывайтесь на Айран. Ссылка в закрепленном комментарии под видео.